такой пакетик Monster High с мармеладками. Открывай. Открывай. Поможешь? Сможешь сама? Фрэнк любопытный, да? Давай, сейчас мы их откроем. Вкусняшки. Какие там вкусняшки. Думаешь, он будет? Нет, он такие не будет. Ну, оставь, пусть лежит. Да. Попробуешь? Давай. Давай, я покажу вам мармеладки, высыпь на руку. Вот такие оранжевые, желтые, красные. Тут лимон, яблочко, апельсин и малинка. Давай дальше? Я попробую малинка. Малинка? Жвачки? А там что нарисовано на жвачке? Так, рарити, да? Открывай. Вот это да! Наклейка Rainbow Dash нам попалась. Отличная, прям находка. Нам очень редко попадается Rainbow Dash и Applejack. Для нас сегодня прям праздник. А там кто у нас нарисован? Бараш? Вот жвачка у нас есть с барашем, смешарики. Оранжевая жвачка. И нам попался пин. Вот такой вот ученый пин-пингвин. А там кто нарисован? Ам-ням! И у нас такая жвачка или конфетка ам-ням. Сейчас мы ее откроем и посмотрим. Мы ее откроем, просто посмотрим, что у нас там внутри. И вот такая вот жвачка кругленькая. У нас там попалось. И вот такая игрушка, это кошка. И это у нас из Шрека. И это нам попался котик из Шрека, кот в сапогах. Вот такая супер игрушка, прорисованная, такие сапожки у котика, да? И вот у нас здесь палочка тоже какая-то. Давайте посмотрим, что это. Смешарики, это крош! Так, это у нас зефир. Крош. Крош. Сейчас мы его так вот откроем. Ой, очень много зефира. Разных цветов, попробуй. Ну как? Дальше? Да, давай какой-нибудь Салли. Салли Киндер? Да. Давай. Корпорация Монстра? Да. Фрэнк, шоколадку будешь вкусную? Маленький кусочек. А там нам что попалось? Стали! Нам попался вот такой вкладыш. Корпорация монстров. И нам здесь попался Салли, бегущий. Вот он, бегущий Салли. Он спешит, наверное, пугать детишек. Вот такой у нас. Не страшно, он добрый. Дальше открываем. Так, угу. Губка Боб. Открываем киндер. Такое золотое яичко, да? Если кого-то сложно губку, Фрэн. И нам попалось. В киндер-сюрпризе губка Боб нам попался, не поверите, вот такой крохотный. Как его зовут, я вот не очень помню. Не помнишь, София, как его зовут? Такой вот чубрик.
И вот вся коллекция губка Боб. И вот нам попался вот такой вот чубрик. Не помню, как его зовут. Дальше давай. Давай, принцесса. Золушка, давай. Фрэнку так хочется все киндеры твои съесть, правда. Коллекционная? Не коллекционная капсула? Это все одинаковое. Нам попалось вот такое колечко. У нас уже было красное. Теперь нам попалось фиолетовое. Вот такое вот колечко. Вот такое вот. Дальше. Это Фрэнку угощай только, ладно? Бабочка-заколочка? Давай я покажу. Так, наверху заколочка. Это повторка. Это повторка. Нам попалась в киндерах принцессы. Нам попалась вот такая вот заколочка. А фиолетовая для девочек. Она очень легко делается. У Софии таких уже 3 или 4. И нам они, в принципе, нравятся. Волосы они держат так хорошо. И нам попался самокат. Новая игрушка. Новая. Я покажу, вот такой самокат нам попался. Его нужно одевать на пальчик, и он будет вот так вот ехать. И вот вся коллекция этих самокатиков. У нас только попался желтенький 1 из 4. Будем собирать. Нравится ему. Ну что, у нас осталось 3 сюрприза? Нет, да. Это у нас Маша и Медведь. Нет, не коллекционная? Нет. Какая-то игрушка. Киндер-сюрприз Маша и Медведь. Нам попался вот такой вот снежный мальчик. Это такой вот белый чубрик с кисточкой. И здесь краски, они сухие. И можно раскрашивать. И здесь такая вот раскрасочка тоже предлагается. Можно будет разукрасить. Их всего 4. У нас уже коллекция собрана. Ам-ням. Как всегда, палочки такие. Нам попалась такая пяточка в сюрпризе ам-ням. И вот, и последний наш купить маленькую пони печеньки, киску и фарш. Так, вот кисточка и фарш. Мы сейчас откроем пакетик. Сейчас я покажу печеньки, какие внутри. Ой, там Rainbow Dash, Pinkie Pie. А мы сейчас так высыпем в тарелочку, посмотрим. Так, что здесь еще у нас? Вот она у нас Fluttershy. Целая тарелочка печенок с героями My Little Pony нам попались. Попробуй, вкусные? Я вот съем. Пинки. Пинки? Ну как, пинки вкусные? Да. Фэн, хочешь печеньку? Да? Ну что, вот такие замечательные игрушки нам попали сегодня. Всем пока и подписывайтесь на канал Маленькая Ми. И с вами я, Клава София, и мы Бук Фэн. Ставьте лайки. Ставьте лайки. И не забывайте, мы с вами будем еще раз.